Такой трассы с автоматической фиксацией времени пролета и подсветкой в край еще не было. Она соответствует всем мировым стандартам. Самого лучшего пилота выбирали из 14 человек. Именно столько ребят из сотни желающих осталось после квалификации на симуляторах. Пилотам всегда интересно полетать. У нас, к сожалению, не так много мест, где можно пилотировать. Ну, вследствие того, что все спортзалы заняты, а на улице, сами видите, снег идет. Любую возможность полетать пилоты воспринимают как большим счастьем и большой возможностью пользуются этой. Самые маститые юные пилоты учатся управлять дронами в технопарке «Кванториум». Они и были изначально фаворитами соревнований. Мы учимся буквально всему, то есть как устроен коптер, все законы физики, по которым он летает, как его собрать, сломать, починить, как летать на нем правильно. Андрей уже не впервые участвует в соревнованиях по пилотированию дронов, и достижения его впечатляют. В этом году был победителем турнира по дрон-рейсингу в Новосибирске, в прошлом стал вторым на играх будущего. С педагогами мы придумали свою методику обучения, пилотирования, максимально быструю и эффективную. Ну, конечно, возраст имеет значение. Взрослому человеку, в принципе, можно за небольшое количество времени обучить, поставить, так как говорится, на крыло. Пожалуй, лишь студенты классического университета могли составить хоть какую-то конкуренцию ребятам из «Кванториума». При ВУЗе уже 3 года действует проект по подготовке операторов беспилотных авиационных систем. Изначально обучали школьников, теперь студентов. До этого мне вертолетами увлекался. А тут появились квадрокоптеры, сама вот эта тематика, маленький размер, большая скорость, как сказать, засосала в эту сферу. Ильяс, хоть и не стал призером соревнования, оттачивать свои знания и навыки продолжит. Уверен, что в перспективе коптеры будут применяться повсеместно, и парень хочет быть частью этого будущего. Кстати, участники соревнований использовали дроны ВУПы, которые совершали взлеты и посадки, проходили повороты, подвесные кольца и другие сложные конфигурации. Но вообще эксперты оценили трассу как средней сложности. Можно ее назвать профессиональной, спортивной, но тем не менее здесь есть все основные базовые элементы для пилотирования. То есть на ней можно как преподавать, так и потом проводить соревнования. То есть мы можем поставить, там, оставить 2 кольца и отрабатывать пролет только через 2 кольца или только через рамки. Этими соревнованиями в Алтайском крае открыли Лигу дронов. Теперь старты будут проходить на регулярной основе. Сетку соревнований составят совместно с Минспорта региона. А по итогам года определят рейтинг пилотов. Лучшие будут участвовать во всероссийских соревнованиях. Кстати, победители этих стартов сплошь ребята из «Кванториума». Среди них и Андрей Артемов. Теперь в его копилке диплом за первое место в стартах «Рейс-дрон». Татьяна Голубева, «День с толком».